Всем привет! Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками своей радостью. В ее личной жизни произошли позитивные перемены. С момента расставания с Андреем Аршавиным прошло уже немало лет. С тех пор Барановской приписывали романы с Александром Гордоном и Эмином Агаларовым. Сама знаменитость подтверждать отношения с кем-то не спешила. Однако на днях Барановская выложила снимок, который сопроводила многозначительной подписью. В кадре ведущая мужского, женского предстала в сияющем платье и таком же свитере. Наряд гармонировал с настроением многодетной матери. Сияла изнутри, подписала она публикацию. В комментариях тут же поспешили узнать причину радости. Как оказалось, в жизни Барановской появился мужчина. Одна из подписчиц задала прямой вопрос – влюбилась. Делать из этого интригу Юлия не стала, ответив утвердительно. Правда, имя своего молодого человека так и не назвала. В публичном пространстве знаменитость поспешили осыпать поздравлениями. Многие пользователи заявили, что в последнее время они наблюдали позитивные перемены в состоянии любимой телеведущей. Будьте счастливы, вы этого заслужили, всегда бы так, а то ваша программа накладывает негативный отпечаток, вы прекрасная. Настоящая королева так держать. Написали пользователи сети. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!